Инженеры-экологи со всех филиалов ТО КТЖ «Грузовые перевозки» участвовали в семинаре, приуроченном ко дню эколога. Специалисты обсудили вопрос обеспечения экологической безопасности в компании. На протяжении нескольких лет на железной дороге реализуются инициативы, направленные на улучшение экологической обстановки. Проводятся экологические акции «Посади дерево», «Брыге таза тем рожол», «Спаси ежика», «Сбереги природу, сдай батарейку» и «Эко-час. Охрана окружающей среды». Ведется раздельный сбор мусора. Своевременно проводится утилизация производственных отходов. Территории филиалов содержатся в соответствии с санитарно-экологическим требованием. Контроль со стороны экологов за этим постоянный. И КТЖ, в том числе в 2022 году, получила рейтинг, который рейтинговала международная компания, рейтинговое агентство Moody's Corporation, и КТЖ получила 57 баллов из 100. Ну, данный показатель является для первого раза весьма хорошим показателем. Она входит в топ-20 мира, да, по деятельности компании. И можно сказать, что КТЖ получила более высокий рейтинг по ИЖИ. Для работников ТО КТЖ «Грузовые перевозки» разработаны правила по раздельному сбору отходов. 10 простых правил экономии воды на производстве и быту. В октябре на железной дороге пройдет Международный день без бумаги. Проверяйте документы в электронном варианте, не распечатывать их, не выбрасывайте бумажный мусор, отправляйте его в пункты приема макулатуры для переработки. Если требуется распечатать, делайте ее с двух сторон. Это поможет нам сэкономить бумагу, да? Семинар стал площадкой для обмена опытом и мнениями по вопросам экологической безопасности.